Духовный рост. Наблюдая день за днем за малышами, мы вспоминаем, что такими были сами. Новорожденных радостно встречаем, семью свою с любовью принимаем. Никто не скажет малышу «все делай сам», «отстань от нас и не мешайся нам». Ребенок постоянно на руках и непонятный лепет на устах. Когда он сделал первые шаги, для близких те мгновения дороги. Все радуются, маму поздравляют, ребенка все целуют, обнимают. И вот малыш тот дальше подрастает, везде и всюду шкодить начинает. Все чаще он без помощи обходится, за что-то и наказывать приходится. Упал, и вот никто не поднимает, давай-ка сам, вновь мама повторяет. Уроки жизни человек так получает, с годами только опыт обретает. Самостоятельным становится так каждый, показывает жизнь другое важное. Ты получил образование, работу и к близким научился проявлять заботу. И вот как будто этот рост остановился, в однообразии пред нами мир открылся. Мы день за днем одно и то же повторяем и думаем, что время так теряем. Но вот когда в работники нуждаются, то к мастеру той сферы обращаются. Кто много лет свою работу повторяет, тому нуждающийся больше доверяет. Так и в духовном росте мы живем. Сначала как младенцы мы растем, нас учат, Слово Божие внушают и в духе истины с любовью наставляют. Как много слез и трудностей проходим, лишь в Боге утешение находим. И кажется, все снова повторяется, как будто рост духовный прекращается. Но мы с годами опыт обретаем, не зря все время Библию читаем, служение посещаем не напрасно, в общении с Богом на душе всегда прекрасно. Кто в благочестии с любовью упражняется, от добрых дел кто никогда не уклоняется, кто жизнь свою служению посвящает, тому Господь работу доверяет. Духовный рост не в том, чтобы все знать, но чтобы все преодолевши устоять. Будь в малом верным, и над многим он поставит. Бог никогда надежных не оставит. Как важно Слову Божьему внимать, служение никогда не пропускать, чтоб точно знать, что ждет нас впереди. Услышать, добрый раб, скорее войди. Аминь.